Привет еще раз, это еще раз Анатолий. Тут заметил очень интересную штуку. Это печной вентилятор. Я уже о нем писал в блоге. Делали его англичане. Стоил он 500 фунтов. Ну, в общем-то, вы можете на ютубе посмотреть, что это такое. Ну, или там ссылку можете посмотреть, которая будет внизу. Значит, печной вентилятор распределяет горячий воздух от печи. Он не электрический, он работает от тепла, и нагреваются пластины, на разнице температур начинает крутиться вентилятор без электричества, и очень помогает распределению тепла и вообще увеличивает мощность печи тем, что меняет быстро горячий воздух, холодный, смешивает их. Вот так вот эта штука работает. Видите, никакого электричества. 200 градусов Цельсия. Он стоит, крутится и распределяет воздух. Никаких проводов нету, ничего нету. Видите, как классно. То есть реально, если надо быстро отопить помещение, поставили на самую горячую точку печи этот вентилятор, он начинает быстро все прогревать. Ну и теперь самое интересное. Я даже боюсь это сказать. Ну, в общем, в России его будет представлять фирма Миссор. А цена его будет, ну, сейчас в марте 2015 года всего лишь 5500. Не фунтов, а рублей. Офигеть. Просто офигеть. Ну вот. Можно посмотреть, с чего сделано. Что написано. Написано Heat Powered Stove Farm Warm Hot Base Hold by Hand. Don't use stove fan if stove surface temp exceed. Ага. То есть, значит так. Перевожу с нашего на не наш, или наоборот. Жировой вентилятор, warning — это аккуратно, опасность. Горячий воздух может обжечь руки. Второе, не используйте вентилятор, если температура нагрева, температура нагревательной поверхности больше 345 градусов. Это определить очень просто. Если идет свечение от металла, это температура около 500 градусов. Если нет свечения, значит нормальная температура. Просто поставили на ту же самую буржуйку, если она не светится в темноте, и он начинает гонять горячий воздух. Видите, ассортиментный ряд очень большой. Можно как-то посмотреть, с чего это все сделано. Это мой был фонарик. Ну, вот моторчик стоит. Вот так вот это выглядит. Конструкция. Ну, все добротно собрано, вообще никаких не вижу нареканий. Действительно, алюминий. Ну, они разных цветов бывают. То есть мощность одинаковая, а цвета разные. Круто, по-моему. Ну, и в таких вот красивых упаковках. В России еще не продается. Это просто, говорю, выставка. Вот товарищи из Китая привезли и ищут дистрибьютора. Ну, думаю, очень много тут народу было. Вот сейчас выставка закрывается, всех повыгоняли. Я вот подошел, потому что народу поменьше стало. И можно хоть поснимать нормально. Что мы видим на упаковке? Цвета черный, золотой и никелевый. То есть в разных. Ну, тут нарисована понятная картинка. То есть без этого вентилятора тепло уходит вверх. С этим вентилятором тепло распределяется очень хорошо. В общем-то, вот так вот.
В общем, вещь, я ее как в Москве увижу, если будет кто-то дистрибутировать все это дело, я обязательно себе на дачу такую возьму, поставлю на печку. Да вообще класс, просто класс. А как у вас сайт называется, посмотреть? О. В общем, если кому интересно, посмотреть на сайт. Тут не видно. micchoso.ru. То есть micchoso.ru. Вы можете посмотреть. Вот. В общем, не знаю, как что-то не концентрируется, но, в общем, вещь очень крутая. Вот тут тоже всякие модели представлены, ну, в общем, можно почитать. Ну, думаю, все видно. Да, и работает бесшумно, кстати, вообще. Вот. Сейчас микрофон поднесу, если кто сомневается. О, видите, никакого шума. Ой, блин, горячо. Ну, в общем-то, вот так вот. Прикольная штука. Увидите, покупайте, прямо денег своих стоит. Всем пока.